своих пейзажах художник создает совершенный, возвышенный и вместе с тем очень живой образ величественного, большого и ни с чем не сравнимого в своей изысканности города. Идеальность в его работах тесно переплетена с реальностью и находится с ней в полной гармонии. Начало работы над серией московских видов относится к 1800 году, когда Федор Яковлевич Алексеев на средства кабинета его императорского величества во второй половине сентября был командирован в Москву. Это и две другие картины «Площадь в Московском Кремле» и «Площадь перед Успенским собором в Московском Кремле» очевидно были написаны художником в Петербурге на основании эскизов, сделанных в Москве. В 1810 году она была подарена самим художником императору Александру I. За эту картину художник получил от императора бриллиантовый перстень. Известно, что в 1800 по 1815 год художник создал по меньшей мере 6 экземпляров этого полотна, что недвусмысленно указывает на огромную популярность его московских видов. Один из вариантов этой картины отправился даже в Англию. Считается, что это была первая покупка картины русского живописца за границу. Ныне известны две версии вида Кремля. Интересная особенность. Изображение строится как открытый интерьер, при этом река, ограниченная с трех сторон рядами домов и каменным мостом, визуально напоминает площадь перед Кремлем. Одноименный вариант 1815 года находится в Государственном историческом музее Москвы. Картина размером 80 на 106 сантиметров. Недатированный вариант в Государственном музее имени Пушкина. Размеры этой картины 80 на 111 сантиметров. Еще один вариант большего размера находится в Государственном музее-заповеднике Гатчина, утраченный во время Великой Отечественной войны. Известно, что Алексеев исполнял подобные виды для княгини Голицыной и повторял для Императорской академии художеств.